Их вызывают тревожной кнопкой. Полицейские вневедомственной охраны Саратовской области отметили свой профессиональный праздник. На торжественное собрание в актовый зал на Соколовой горе приехали представители ведомств из разных районов области. День сотрудников вневедомственной охраны отмечают в 63-й раз. Сегодня патрули службы охраняют дома, частные офисы, государственные предприятия. К тревожной кнопке подключены около 11 тысяч школ, детских садов и магазинов области. На сигнализации стоят 22 тысячи квартир региона. Сотрудники ведомства участвуют в задержании уличных грабителей, угонщиков автомобилей, наркоторговцев. Достаточно сложный год вместе с тем, но более 1000 преступлений было раскрыто и выявлено сотрудниками на улицах не только города Саратова и области. Больше 70 грабежей, ну, практически более 500 краж. Было у нас вот недавно задержание подозреваемого. Мы выехали по сигналу тревоги на охраняемый объект, это был частный дом. При осмотре дома никого не обнаружили, но был рядом гараж, пристроенный к дому. Там был обнаружен гражданин, который разбирал редуктор. Что, скорее всего, возбудит на него уголовное дело. Лучших представителей вневедомственной охраны региона наградили грамотами и ценными подарками. Дарили телевизоры, навигаторы, кухонную и бытовую технику. Сейчас в рядах этой службы трудится более 1000 человек.